Приветствую всех на своем канале. Сегодня 6 ноября состоялся финал Межконтинентального кубка 2021 по пляжному футболу между командами России и Ирана, в котором россияне одержали победу со счетом 3-2 и стали победителями этого турнира. Напомню, что в августе 2021 года наша команда стала чемпионами мира. Турнир проходил в Арабских Эмиратах в Дубае. В нашей команде нападающий Борис Никаноров просто мастерски в течение первых 18 минут закатил 3 мяча. У иранцев с двумя забитыми голами отличился Мохаммадали Мохтари. Сборная России на данном турнире не проиграла ни одного матча, только победы. Сначала в групповом этапе одержали победы над японцами, парагвайцами и иранцами. Потом победно завершили полуфинальный матч с португальцами и снова с иранцами уже в финале также вышли с победой и стали победителями Межконтинентального кубка 2021. Ну просто молодцы. Пожелаем и дальше так держать. Только победы. Всего хорошего. До новых встреч на канале Все и Вся.